Добрый день, друзья! Приглашаю приготовить со мной немного необычные голубцы. Необычные они тем, что вместо капусты я буду использовать кабачки. Для приготовления у меня, разумеется, кабачки, у меня фарш. В моем случае это индюшиный фарш, в который я добавила мелко порезанный репчатый лук и полуотварной рис. И затем я все залью очень вкусным соусом, который будет состоять из репчатого лука, моркови, помидор, красного перца, сливок. Ну и, разумеется, буду использовать разные приправки. Все, начинаем. Начинаю приготовление с того, что подготавливаю кабачки. Для этого промываю их, обрезаю краешки. И нарезаю тонкими ломтиками. Кабачки можно нарезать аккуратно ножом, можно слайсером. Или вот как у меня, вот такой шинковкой. Это очень-очень удобно. Теперь подготовленные таким образом кабачки я беру и пересыпаю солью каждый ломтик и сразу помещаю в дуршлаг, чтобы жидкость, которая образовывалась, сразу стекала. На это уходит минут 10. Пока отстаиваются мои кабачки, я приготовлю для них начинку. Для этого фарш у меня индюшинный. Я добавила рис, который сварила до полуготовности. И я добавила репчатый лук. Разумеется, все, что, сколько я взяла, чего, я напишу под видео. Вот, все хорошо перемешиваю. И добавляю специи. У меня это соль, перец, сухой чеснок и красная паприка. Кабачки у меня постояли, дали сок. И теперь я их раскладываю на досточки, чтобы мне удобно было их фаршировать. Сверху каждого кусочка кабачка я буду класть небольшое количество фарша и скатывать эту полоску кабачка вместе с фаршем вот таким образом в рулетик. И затем форму, которая у меня смазана растительным маслом для запекания, я буду плотно-плотно их выкладывать вот этой вот сторонкой, то есть швом вниз, вот так. Рулетики я выкладываю достаточно плотно в форму для запекания. И сверху чуть-чуть я помажу растительным маслом. Ну и отправлю в духовку до полуготовности. Пока они стоят в духовке, я сделаю соус. Пока мои голубцы доходят до полуготовности, я приготовлю быстро соус для запекания. Для этого я уже нашинковала морковь, лук, перец красный, который я положу поочередно на сковороду и обжарю. Помидоры натираю на терке и отправляю к овощам, которые у меня тушатся. И все 2-3 минуты потушу вместе. Теперь к овощам вылью сливки. Сливки у меня 15% для варки. И все вместе потушу, пока сливки не закипят. Разумеется, добавлю соль, перец. Можно добавить травки, которые вы любите. Достаю голубцы из духовки, которые до полуготовности у меня уже дошли. И выкладываю на них подготовленный соус.
И соус выкладываю таким образом, чтобы каждый голубец хорошо-хорошо был покрыт соусом. Ну, то бишь пропитался соусом хорошо. И теперь снова отправляю в духовку для дальнейшего запекания. Это будет минут 20-25, не больше, при температуре 180 градусов. Достаю голубцы из духовки. Запах потрясающий просто. Сейчас я их переложу на блюдо и вам покажу, что получилось. Переложила на блюдо, хорошо полила соусом и посыплю укропом, потому что кабачки любят именно укроп. Голубцы из кабачков получаются необычайно вкусные, нежные, очень хорошо держат форму. Попробуйте, друзья, не пожалеете. Посмотрите, какая прелесть. Уж как вкусно, я даже не могу передать вам. Приятного, друзья, всем аппетита. Спасибо, что зашли на мой канал. Спасибо, что посмотрели. С вами была Дина Клим.